Выдающийся памятник московской архитектуры. Площадка с 200-летней историей. Творение знаменитого итальянского архитектора Джакомо Кваренги. В самом сердце страны, всего в нескольких метрах от Красной площади. Один из крупнейших центров бизнеса, торговли и отдыха. Лучшая площадка страны. Дорогие лидеры Арифлейм, не пропустите, это будет просто историческое мероприятие. I can feel it now, something in the air, things are about to change. I have had my share of ups and downs, this time it's not the same. Once and for all now, I'm taking control, and I know that it's all up to me. And sometimes it's true, I guess I always knew, all I gotta do is believe. I'm gonna make хочешь.
Преимущества директорской команды. Директор. Единовременная выплата $1000. Приглашение на банкет директоров. Серебряный значок. Средний доход за год 400 тысяч рублей. Старший директор. Единовременная выплата $1500. Приглашение на банкет директоров. Серебряный значок. Средний доход за год 600 тысяч рублей. Золотой директор. Единовременная выплата $2000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок. Средний доход за год 900 тысяч рублей. Старший золотой директор. Единовременная выплата $3000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок. Средний доход за год 1 200 000 рублей. Сапфировый директор. Единовременная выплата $4000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок с сапфиром. Средний доход за год 1 650 000 рублей. Время подошло, мне уже пора воплощать свои мечты. Так легко забыть, что в сердце правда есть возможность сделать все. Сомнений нет, что я смогу, ведь я хочу. Ты поверь мечту и в судьбу свою, и возможно достигнуть всего. Когда есть мечта, смело верь в себя. Но не бойся начать что-то в жизни менять. Ты можешь все сделать сам, только верь в себя. Не всегда легко все начать с нуля, но нужно верить до конца. Время пролетит, и твоя мечта станет явью для тебя. Сомнений нет, что я смогу, ведь я хочу.
Смотрите, директоров, вы не поверите, я сама не верю в свое счастье. Я счастлива. Пожалуйста, девчонки, поверьте, это вообще, это кайф. Я сегодня, я не знаю, я просто на седьмом небе счастья какого-то. Я не знаю. Вот, вот эти девочки, вот они. Ура! Новые директора! Вот они, вот они. Я никогда не думала, что я с ними встречу в жизни. Понимаете, я не знаю, как это объяснить. Вот меня вот прет. Пожалуйста, я не знаю. Вот, девчонки, ради этого только стоит. Ради этого, что я не сегодня все увидели. Ради этого только стоит работать, понимаете? Только ради этого. Вот, я не знаю, у меня нет слов. Чтобы пригласить несколько человек и получить вот такой кайф в жизни. Я не знаю. Я не знаю, что нужно делать, говори? Работать нужно, что нужно делать? Не сдавайтесь, девчонки. Вот мне самое обидное, мне не обидно, когда новички бросают работать. Мне обидно, когда 12% говорят, я не могу, я устал, и бросают работать. И они отказываются вот от этого всего. Очнитесь, люди добрые, очнитесь. Представься, скажи, какое ты звание. Я старший директор. Я старший директор Оксана Васина. Дорогие наши партнеры, дорогие наши коллеги, любимые новички, мы сегодня, 14 июня, собрались все в Москве, в гостином дворе, на банкете директоров. Нас очень вкусно кормили, очень вкусно поили. Вообще все классно. Там сейчас поет Полина Гагарина для нас. Вы просто обязаны все это увидеть, эту роскошь. На самом деле есть ради чего работать, ради этого. Нет, вы не можете. Мы вот ваши лидеры. Мы сделаем все возможное, чтобы передать вам наш опыт. И чтобы в следующем году как можно больше вас приехало с нами вместе сюда. Я хочу сказать, что в прошлом году нас всего было трое здесь, из нашего проекта «Экспресс Карьера». В этом году нас уже 15 директоров. Собралось, уже большая команда, мы заняли 3 стола, и что хочу пожелать, чтобы в следующем году у нас было не 3 стола, а как минимум 10. Вообще все классно, всех люблю, все к нам. Класс, ура! Представься, как тебя зовут? Ну что же, нет, для роли. Потом на... Я Спарукова Илона. В открытом звании старший золотой директор. Сегодня была 2 раза на сцене, получила 2 чека. Илона, тебя устраивает твой доход? У меня больше, чем устраивает. Нет, мне уже мало моего дохода. Когда я вышла на уровень директора и стала зарабатывать $1000, ну, как-то стало уже, вот, пояса подрастянули, стало уже нормально. Стали зарабатывать 50 000. Скажешь, не сейчас мой доход больше 100 000 рублей каждые 3 недели. Вы знаете, мне уже мало, мы хотим большего, и мы не будем останавливаться. Будем продолжать работать, потому что есть ради чего работать, есть детки. Илона, расскажи, как ты добилась? Как ты попала на банк? Как ты добилась таких результатов? Благодаря мужу, конечно. На самом деле все очень просто, нужно просто очень большое желание, нужно просто гореть, нужно захотеть и внутри гореть этим делом, этим бизнесом, своими мечтами. Побольше мечтайте, и все обязательно получится. Ура! Спасибо большое, новых достижений, Илона, молодец. Спасибо, обязательно буду. Приветствую «Экспресс-карьер». Меня зовут Каратаева Юля, кто меня не знает. Я закрыла звание директора в этом году. Сейчас нахожусь в открытом звании старшего директора. Я впервые на банкете директоров. И я прочувствовала всю степень уважения к такой ключевой фигуре, как директор. Какие впечатления от банкета? Я просто в восторге. Такой праздник. Шоу-программа. Поздравления на сцене, поощрение. Тебя устраивает свой доход? Уже не устраивает. А поцелуем, могу сказать. Сегодня кто нас слушает? Нас сегодня
узнавал Магнус. Лично каждого? Да, лично каждого. Лично каждого, кто закрыл новое звание. Скажи, как ты добилась таких результатов? Как ты попал в В компанию пришла впервые год назад. Мега результат, просто директор вообще. Я пригласила мой спонсор, написал мне лично сообщение, пригласила зарабатывать много. Я увидела цифру 500 тысяч. Я поняла, что это да. Назвать не будешь, это реально выйти за. Да, реально. Мой результат. Открытие директора 6 месяцев. Ну и закрытие. Супер. Спасибо. Дай напутствие своей команде. Что ты пожелаешь своим будущим директорам, своей будущей исполнительной команде? Я пожелаю много сил, много энергии. Делайте это с любовью, с энергетикой, с отдачей, тогда все получится. И никогда не отказывайтесь от своих мечты. Класс. Спасибо большое, Юль. Новых успехов, новых достижений. Спасибо. Представься, пожалуйста. Меня зовут Юлия Каузова, я сегодня первый раз в Аргентине, 14 июля 2014 года. На самом деле, я очень долго ждала, хотела попасть на банкет, в прошлом году не получилось. Впечатление на самом деле масса, супер эмоции. На самом деле очень здорово увидеться со всей командой нашей. Как в прошлом году, если их ездило трое, в этом году нас уже много, нас уже огромная команда. Супер! Очень приятно увидеть всех-всех-всех девчонок, с ними лично познакомиться. Сегодня приехал много директоров Светки, Женечки Плащук. Это мой первый лидер. Вот Таня Татарин, Юлия Каратаева приехали сегодня. Девчонки, молодцы! Хочу сказать, вы работаете, пока вы думаете, пока вы сомневаетесь, у вас ничего не будет получаться. Нужно просто захотеть работать, делать, делать и делать. Вот на это вы тратите. Но вы измените свою жизнь абсолютно кардинально. Не только финансовый план, вы измените мозги свои перевернете, наверное. Потому что когда тут видишь кучу успешных людей, очень много званий сегодня поздравляли. Сегодня было новых 457 директоров уже. Круто! Всех Магнус поздравлял, целовал. На самом деле здорово было. Спасибо большое. Юль, скажи, как изменилась твоя жизнь с компанией Арифлейм? Жизнь изменилась на самом деле здорово. И не только финансово. Она же перейдет на него первым. Да? Я его закину, а она мне подпишла, не скажешь. Жизнь менялась просто круто. Если раньше какие-то цели, какие-то желания были недостижимы, сейчас все это кажется реально. Сейчас я вижу, что жизнь на самом деле она меняется в лучшую сторону. Хочу всем вам пожелать успеха. Работайте, девчонки. Не отвлекайтесь, никого не слушайте. Юлечка, молодец, мы тебя поздравляем. Новых званий, достижений в твоей команде. Молодец, ура! Заканчивается что? Мы все живые люди, вы понимаете? Я всего зарегистрировалась в июле 2012 года. Всего. Два года даже нет. Представьте, я сказка, это сказка, понимаете? Сказка, которая есть реальность. Мы здесь, вот они, мы сидим живые, мы нас можно щипать, мы кусаться. Мы все живые. Я не знаю, как это передать. Я никогда в жизни не думала, даже не гадала. Я когда зарегистрировалась, я готова была на 1000 работать. На 1000. Сейчас я получаю, рецепты, нас не пугать. Девчонки, я вас прошу, не опускайте руки, пожалуйста, не опускайте. Я знаю, что сложно, я знаю, что трудно, я знаю, что начинать всегда человеку, который только начинает, будет тяжело. Но если вы переживете это преданное, девчонки, это сказка, это правда. Реально будет сказка, вот я не знаю, сказка для Золушки, да? Ну, давайте в следующем году мы все будем, нас будет еще больше. Вот здесь будет вся толпа, экспресс карьера, которая мы здесь будет на лопат. Свет, давай тебе снимем. Давай я.
Дамы и господа, встречайте на эту сцену новый вариант директор, Саша Бриант директор, Анна Тюрина! Преимущество бриллиантовой команды. Бриллиантовый директор. Единовременная выплата 6000 долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференциях. Золотой значок с бриллиантом. Средний доход за год 2 миллиона 550 тысяч рублей. Старший бриллиантовый директор. Единовременная выплата 8000 долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференциях. Золотой значок с бриллиантом. Средний доход за год 3 миллиона 150 тысяч рублей. Дважды бриллиантовый директор. Единовременная выплата 10000 долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференциях. Золотой значок с двумя бриллиантами. Средний доход за год 4 миллиона 500 тысяч рублей. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена Клюева. Я независимый менеджер компании Oriflame. Отлично. Елена, вы побывали сегодня на банкете директоров, который прошел в гостином дворе. Поделитесь своими эмоциями, впечатлениями. Эмоции через край. Это просто незабываемое, шикарное мероприятие Oriflame, которое проходит раз в год. И второй раз уже проходит в гостином дворе в центре Москвы. Это просто незабываемое мероприятие, которое проводится для лидеров Oriflame, для директоров. И мне посчастливилось побывать на этом мероприятии уже дважды, правда, в качестве гостя. И первый банкет директоров меня сподвиг к работе. И сейчас, набирая обороты, я начала расти и поставила для себя цели к следующему банкету директоров закрыть уже сразу 3 звания. Директор, старший директор и золотой директор. И я уверена, что я приду к этим целям и поеду на банкет директоров не только одна и с вышестоящими спонсорами, но и со своей командой, со своими подросшими директорами и моими партнерами. Я буду прилагать все усилия, чтобы мои девочки, которые пришли за мной, которые поверили в меня, чтобы они тоже начали расти и вместе со мной отправились на банкет директоров. Я, девчонки, я в вас верю, мы команда, мы будем работать вместе, и на следующий год мы поедем уже всей командой. Сегодня у нас на банкете было 3 стола уже, если в том году
Света Винокурова, Илона Сухорукова, Татьяна Новикова были втроем, ну, я как в качестве гостя была с ними, то сегодня нас уже было из нашей команды «Экспресс-карьер», «Экспресс-директор онлайн», у нас было больше 20 человек. Мы заняли уже 3 стола в банкетном зале. Это было просто шикарно, это было незабываемо. Общаться с людьми, с которыми ты общаешься онлайн, через интернет, и здесь встретиться, познакомиться, это просто суперские ощущения, их просто так не передать. Я желаю нам и вам всем встретиться на следующий год на банкете директоров и познакомиться не только онлайн, через интернет, но и вживую, всем поближе познакомиться и продолжать расти. Всего вам хорошего. Лен, расскажи напутствие, как вы добились таких результатов, уже менеджер компании Oriflame, что вы посоветуете своим партнерам, как добиться результатов, как быстрее выйти на уровень директора, что нужно делать? Самое первое и самое главное, что нужно делать, это нужно делать регулярные действия, которые мы делаем каждый день. Что главное в нашей работе, да, это рекрутинг и личное потребление. Это главные две основы в нашем бизнесе. Да? Вспомним все, за что нам платит компания, да, за товарооборот. То есть личный рекрутинг, личное потребление, извиняюсь, и рекрутинг. То есть приглашаем партнеров, обучаем их бизнесу и собираемся большой дружной компанией на банкетах директоров, на золотых конференциях, на бриллиантовых, на исполнительных. Я мечтаю, ставлю цели уже, что буду посещать все эти мероприятия, все эти конференции уже со своей командой. Классно. И со своими вышестоящими лидерами, конечно, куда я иду. Отлично, Елена, молодец. Большое спасибо за выступление, большое спасибо за то, что поделились своими впечатлениями. Желаю новых свершений, конечно, добиться больших результатов самой и всей нашей команде. Спасибо огромное, моя дорогая Светлана Винокурова. Мой любимый.